Анализ дал путевку в отделение онкологии. Анализ биопсии подтвердил наличие рака. Осталось только ждать прилива в этом море страха. Диагноз как приговор, ну максимум полгода. О будущем не думай, просто проживи свободно. Твердили все вокруг, кроме одной медсестры. Она как будто знала, как лечить болезни, тайны открыв. Он засыпал и просыпался, она всегда рядом. Она не ставила уколы, не наводила порядок. Просто была всегда с ним, не отходив ни на шаг. Когда сводили боли тела и трудно было дышать. Но так или иначе, начал чувствовать себя лучше. В глазах врачей знак вопроса, какой-то странный случай. Что его лечит, а? Всем интересно очень, как он смог выжить, если летальный был обеспечен.